На самом деле это очень плохо, что таких людей мало осталось. Я всегда говорю, верните меня, пожалуйста, в то время, когда были такие моменты, когда люди воевали, и когда девушка снимала хиджаб, то война прекращалась. Пожалуйста, верните меня в те времена. У тебя жених есть же. Да. Жених. Нет, не жених. Я не знакомлюсь. Все верно, ты правильно сказал. Но у меня есть человек, который вот, и больше мне не надо. Поэтому я тут говорю всем, я не знакомлюсь, я не отвечаю в Инстаграме, и ничего мне не нужно, я просто разговариваю. А жениха нет, кто сказал, что жених? Кто сказал? Не, а подожди, реально, а кто сказал жених? А ты осталась, я с тобой, собрались тут, в город пустили, смотрят за тебя. Тебя прям позитивом веет, спасибо. А кто он такой? А можешь сказать, пожалуйста? Нет, ну в смысле, как понять? Подожди, ну не жених. Ну типа, подожди, ты меня запутал. Нет, ну он вроде мне не говорил, что он мой жених. Может, я чего-то не знаю? Надо спросить у него, кто? Нет, будущий муж? Нет, это муж, но просто не муж. Понимаете? Типа, это муж, но у меня нет кольца. Вот. Вот так вот. Вот это, если бы ты вот так мне сказал. Вот. А можешь сказать имя, пожалуйста, если я правильно понимаю, о ком ты говоришь, я тебе сразу скажу, что... ну. Потому что, видишь, я же не знаю, кто пишет, правильно? Потому что тут много людей, и я могу не ориентироваться, потому что я знаю вот единственного человека, который меня интересует. И я назову имя, мне не сложно. Вот. И если ты о нем говоришь, то без проблем. То да. Короче, ты меня понял, надеюсь. Сколько тебе лет? 16. Да. Так, да. Подожди. Ну, его можешь сказать, как его зовут? Потом я скажу. Сама. Если ты неправильно скажешь, то я сама скажу, какой меня человек только интересует, и все. Понятно, да. Достойно. Да, вот так вот. Мне как бы не сложно, я и при нем говорю, что мне не сложно, давай запустим эфир. Типа, ну, мне не сложно, я не скрываю ничего. А он это знает? Конечно, знает. А девушка откуда? Какая красота. С Каменогорска. Меня в этом эфире не интересует никто. Меня, если зайдет этот человек... Если что-то мне напишет, главное, чтобы... Как сказать? Главное, чтобы я увидела, что он что-то мне пишет. Я его сразу в закреп поставлю, и все. Валейкум ассалам. Можете сказать имя, пожалуйста? А он вышел, да? Блин, он сказал, типа, да, и вышел. Блин, кто? Блин, мне интересно стало. Ну, теперь интересно. А все тогда, пацаны, холост. Да, вот так вот. Я же говорю, братья, я могу просто пообщаться, там, знаете. Я могу быть хорошим собеседником, знакомым, другом, типа, все. Ну, я только за. Губы твои, конечно, мои. Я ничего в себе не меняла. Все правильно. Я, знаешь, я уже просто, я вижу 0.21 и сразу такая. Я понимаю, о ком идет речь, я понимаю. Вы меня засмущали. Ой, Аллах, ой, Аллах. У тебя губы твои, я уже третий, ладно, второй раз говорю мои. Сколько лет? 16. 0.21, да. Он еще меня игнорировать любит, кстати. Вот это вообще мне бесит. Может, вот это вот работать, да, в своем Стамбуле сидеть и мне не отвечать, понимаете? Это вообще, это полный капец. Скажи, как зовут счастливчика?
Мне несложно сказать, но вы знали такое, что счастье любит тишину?